Всем привет, друзья! С вами, как всегда, Паша ЧТ-137. Как говорится, у меня уже есть новый микрофончик, и настало время снимать уже поздравления. С новым 2022 годом! Да, желаю вам счастья, здоровья, чтобы вы не болели ковидом, побольше классных оценок в школе, кто еще учится в школе, как говорится. Желаю Мише побольше роликов, лайков, подписчиков и так далее. Вот, Илюшку тоже поздравляю, Догича и всех моих подписчиков, как говорится. В общем, мы, конечно же, вернем белого телепузика, вернем еще белого телепузика Ника Коронова, вот. И, конечно же, будем, конечно же, пилить стримчика. Как говорится, в январе пока у меня стримов не будет, так что в январе пока что буду пилить ролики пока что. Ну, конечно же, стримы будут. Да, конечно, будут. Только, наверное, уже 15 числа, по-моему. 15 числа. Особенно в 15 января. Так что, вот, как говорится, это поздравление от Пашки. Теперь уже поздравление Экзешки. С новым 2022 годом! Желаю вам счастья, здоровья, чтобы вы никогда не болели, получали хороших оценок, как говорится. Так что всем с новым 2022 годом, в общем-то. Мише, Илюшке и всем подписчикам, как говорится, с канала Паша 437. Поздравляю всех с новым годом! Всех с Новым Годом, в общем-то. Желаем вам, конечно же, желаю вам хороших оценок, вот, счастливых деньков, как говорится, вот, не болели коронавирусом, как говорится, в общем-то. Конечно же, я буду светиться в стримчиках, конечно же, себе, но довольно нечасто, как говорится, вот так вот. Так что вот, поздравления всех енотовских банд, как говорится, уже все уже поздравили. Так что вот как-то вот так. Всех с новым 2022 годом. Пускайте ваши мечтания сбудутся и ваши желания. Всех спасибо.